12 июня на Соборной площади Твери начал работу новый музыкальный фонтан. Объект был построен по инициативе губернатора Игоря Рудени и стал настоящим подарком к празднику для жителей города. Это современный светомузыкальный объект размером 16 на 16 метров и облицованный натуральным гранитом нескольких видов. Фонтан оснащен 64 вертикальными струями с независимым управлением. Высота подъема центральной из них составляет 10 метров. На водный экран будет проецироваться лазерное изображение. Полноценно фонтан заработает ко дню города. Глава региона отметил, что он станет украшением ансамбля исторического центра Твери.